Поехали. Продолжаем смотреть, что новенького в новом свежем архикаде. Были изменены, не знаю, насколько это сильно или не сильно можно считать, панели реквизитов элементов. То есть сделан шаг к удобству в навигации. То есть если мы, допустим, посмотрим, любой из этих окон откроем, да, то есть вот тут создать строительный материал или папка там и так далее. То есть вот эти вот кнопки, названия, слова, то в свежем архикаде тут вот меню, допустим, это новый материал. Здесь у нас отдельно кнопочка, ну, дублировать материал сразу, то есть не нужно выбирать. Вот, не нужно создавать, то есть открывать одно окно, прописывать. То есть мы здесь выбрали, прописали, все удобненько. Я считаю, это клево. Вот. То есть потом создать папку сразу в один клик, обозвали, закинули необходимые нам материалы. Ну и кнопка переименовать, то есть просто вместо большой такой, неважно, господи, где угодно. Вот. То есть в принципе мы любое окно можем посмотреть, допустим, те же самые комбинации граф-замены. Вот, они поизменяли. Я считаю, это классно. Вот здесь я уже подзабыл. То есть, ну, чисто новое, новое, новое. Можно ли создавать здесь папки? По идее, не можно. Я просто не помню, на самом деле. Вот здесь тоже... А, нет, здесь... А, здесь папки не можно тоже создавать. Вот, я думал, сюда еще добавили, но в целом, хотя, по-моему, в каком-то из окон можно было создавать. Так, новая комбинация. Давайте поищем с перьями, что у нас. А, ну, значит, это только в штриховках, в материалах, да, папочки можно создавать. Непривычно к другому языку. Именно вот в таких реквизитах, то есть штриховки. Папка профили. А, ну с профилем здесь ничего не поменялось. И в целом он и так простой и понятный. Многослойки. Тоже многослойки можно сразу. То есть удобный быстрый доступ. Я считаю, это клево на самом деле. Ну, кажется, незначительным изменением, но... На мой взгляд, сильно влияет на удобство пользования.